Сила таланта. Друзья, это чудесно, но нам явно не хватает четвертого голоса. Дедушка, дедушка, можно я спою с вами? Ну хорошо, давай попробуем. Ура! И? Ой, я плохо пою. Нет, наоборот, прекрасно. Тебе надо развивать свой талант, Луна. Все должны узнать, как ты поешь. Мы даже могли бы дать концерт. Концерт? Как здорово! Я приглашу зрителей. Но сначала надо разучить песни. Что у тебя такой красивый голос? Спой-ка еще. Мне пока некогда. Я должна пригласить всех-всех на свой концерт. И ты приходи. Концерт? А нам можно? Друзья, приходите все на мой концерт! Все готово! Зрители собрались! Луна, мы думали, ты пошутила. Что делать? Зрители ждут. Придется выступать. Начинаем наш концерт. Перед вами выступает хор «Лунные песни». Уважаемые зрители, большой концерт требует большой подготовки. И в следующий раз мы... Нет, я хочу петь сейчас. Но мы же мало репетировали. Супер! Давай еще! Да! Я рождена, чтобы петь! Я звезда! Изумительно! Супер! Молодец, Луна! Луна, а кроме того, талант нужен совсем не для славы. Да? Талант нужен, чтобы мы могли друг друга радовать. Вот, выпей-ка теплого меду, он поможет твоему голосу. Спасибо, дедушка. Мне и правда лучше. Все рассердились и разошлись. Нет, Луна, зрители ждут продолжения концерта. Простите меня, пожалуйста. Друзья, мы споем вам ту же песенку, а к следующему выступлению отрепетируем новые. И раз, и два, и раз, два, три. Сегодня мы узнали, что одного таланта мало. Важные дела не сделать без труда и без подготовки. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Сила обаяния.
Скоро уже наша очередь. Простите, ребята, но мы только начали. Так всю жизнь прождать можно. Идем. Привет, Пупси. Привет, Вупсень. О, а сорвите и мне земляничку. Ну, пожалуйста. Конечно, Луна. Держи. Луна, у тебя есть суперсила. Правда? Какая? У тебя есть обаяние. Это когда ты всем нравишься, и все тебе все дают. Вот попробуй. Спасибо, Пупсень. Луна, раз у тебя есть обаяние, давай с его помощью раздобудем что-нибудь прикольное. Иди попроси у них ракетки и валанчик. Давай проверим, на что еще способно ее обаяние. Мы же уже дали тебе наш мячик и ракетки. Нехорошо все время что-то выпрашивать, Луна. Но ведь для этого и нужно обаяние, чтобы забирать чужие вещи. Нет, Луна, оно не для этого. Обаяние нужно для того, чтобы с тобой было приятно общаться. Да? Лунтик, Кузя, простите меня. Я сейчас принесу ваши ракетки. Можно я отдам ракетки Лунтику с Кузей? Ну, пожалуйста. Прости, Луна, но мы 100 лет ждали своей очереди и хотим поиграть. А как же мое обаяние? Наверное, ты его потеряла. Ой. Точно. Ребята, я хотела принести вам ракетки, но гусеницы мне их не отдали, потому что я обаяние потеряла. Луна, обаяние нельзя потерять. Это ведь не вещь. Значит, гусеницы меня разыграли. Давайте их проучим. Луна, ты что ищешь? Одну очень особенную вещь. Она гораздо ценнее ракеток. А? Вот как? Мы поможем тебе ее искать. Может, за камень завалилась? Эй, ты нас обманула! Да, ты нас обманула! Вы первые меня обманули! Я не теряла своего обаяния! Вупсень, Пупсень, друзья так не поступают! Простите, мы просто в бадминтон хотели поиграть, а потом увлеклись. Да, увлеклись! Давайте устроим турнир по бадминтону! Тогда все смогут поиграть. Сегодня мы узнали, что обаяние нужно, чтобы всем было приятно общаться друг с другом, а не для того, чтобы обманывать друзей, как это делали гусеницы. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Стихи к празднику.
так весело готовиться к празднику! Кузя, надо и нам сделать номер для концерта. Может, прочтем стихи про всех нас? А где мы их возьмем? Сочиним? Что ты? У нас не получится. Давай попросим дядю Шнюка. Только он занят. Кузя, а мы для дяди Шнюка рифмы приготовим. Точно, и с рифмами пойдем к нему. Для вдохновения музыку сыграем. Ой, какое это трудное дело. О чем это вы тут вздыхаете? Сочиняем рифмы, бабуля, у нас не выходит. Баба-капа, рифму, значит, хотите? Секундочку. Посмотрите, баба-капа новую надела шляпу. Бабуля, здорово! Отличная шляпа, и рифма тоже. Спасибо, Лунтик, а давай всех попросим для себя рифму придумать. Так много рифм мы с тобой никогда не придумаем. Давай! Фух, почти про всех рифмы есть. Совсем немного осталось. Ничего в голову не приходит. Пупсень, ты мне будешь помогать номер к концерту придумывать? Что это у тебя? Да бумажки какие-то валяются. Дай сюда. А вот и номер готов. Ой! Вы чего нас пугаете? А где наши рифмы? Да вот они! А вы зачем наши листочки взяли? Мы не брали, они сами лежали. Мы с ними номер сделаем на концерт. Мы тоже делаем номер. Здесь рифмы, мы их несем к дяде Шнюку, чтобы он написал стихотворение. Ой, Пупсень, Вупсень, нам нужна рифма к вашим именам. Пупсень, Шмупсень. Да что тут думать, мы сами друг другу рифма. Вот кидает мячик Вупсень. Мячик ловко ловит Пупсень. Даешь вдохновение! Кто? Что за ужас? Дядя Шнюк, простите, что разбудили. Мы к вам с просьбой. Ах, это вы, ребята. Дядя Шнюк, напишите нам стихотворение для праздника. Рифмы мы собрали. И можем на дудочке поиграть для вдохновения. Спасибо, музыки не надо. Вы знаете, ребята, я не буду писать вам стихотворение, потому что оно уже написано. Прочитайте все по порядку, увидите, какое прекрасное стихотворение у вас получилось. А теперь выступят Лунтик и Кузя. Поскорее улыбнись, мы на праздник собрались. С нами вместе дядя Шнюк, наш хороший старый друг. Посмотрите, баба Капа новую надела шляпу. Сцену сколотил Корней, будем мы плясать на ней. Генерал Отважный Шер принес эклеры и буше. Песню спели муравьи, словно в поле соловьи. Сделала гирлянды Мила, получилось очень мило. Миле помогал пчеленок, клея притащил бочонок. Вот кидает мячик Вупсень, мячик ловко ловит Пупсень. Кузя с Лунтиком для вас прочитали стих сейчас. А вы поняли, друзья, то, что поняли Лунтик и Кузя? Если вы хотите порадовать кого-то, не надо искать, кто это сделает за вас. Начните сами и увидите, как все будут рады вам помочь. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Красивая Клава. Клава! Клава! Кошмар! Это чудовищно!
Вава безобразная. Вава безобразная. Как ты изумительно летаешь. А ты так обворожительно порхаешь. Какие мы все-таки изящные и красивые. Клава красивая. Помогите! Спасите! Чудище! Клава чудище. Мила, этот цветочек подойдет? Конечно, пчеленок, это очень красивый цветочек. Мила, ты тоже очень красивая. Ла-л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 а. Клава красивая, как Мила. Клава, ужас! Вот в былые времена, многоуважаемый Пискарь Иванович, я могла кружиться в вальсе, как пушинка, подгоняемая ветром. Несравненно. Вы и по сей день образец элегантности и очарования. Благодарю вас, любезнейший. Буду как тетя Мотя. Клава красивая. Ква. 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 Клава. Клава красивая. Захар. Кошмар! Это чудовищно! Просто ужасающе чудовищно! Безобразное поведение! Да! Это безобразно! Совершенно безобразно! Самые настоящие невоспитанные. Не переживай, чудища! Это не планас. Так Клава поняла, что она очень красивая жаба, изящная жаба, образец элегантности и очарования. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Принцесса. Прилетайте вечером на карнавал. Здорово, карнавал! Я буду желтой феей. А я красной феей. Спасибо, Мила. Мы обязательно прилетим. Так вы вправду думаете, что я похожа на принцессу? Конечно. В этом наряде тебя все должны называть ваше высочество. А может, я и есть настоящая принцесса?
Мила! Добрый день! Наконец-то вы пришли! Ой, Мила уже в костюме! А здорово у тебя получается изображать принцессу! Я и есть принцесса, потому что я самая красивая, и вы должны называть меня Ваше Высочество! Она что, нас разыгрывает? Не знаю. Хватит бездельничать, пора украшать поляну. Ну-ка, покажите мне, что вы там принесли. Серпантин. Шары, краски, бумага. Клей, хлопушки. Ножницы, фольга для блесток. Стоп, мне все понятно. Ты, Лунтик, будешь писать афишу, а ты, Кузя, развешивать шары. А ты что будешь делать? Где это ты видел, чтобы принцессы работали? Лунтик, кажется, Мила из-за красивого наряда совсем зазналась. А давай начнем украшать поляну, но как будто мы не замечаем ее зазнайства. Мила увидит, как это интересно, и захочет вместе с нами украшать. Ну что вы там стоите? Скоро карнавал, а еще ничего не готово. Так, ну что там у вас? Лунтик, здесь нужно нарисовать меня. Я же самая красивая на этом карнавале. Но... Не спорь со мной, я лучше знаю, я же принцесса. Ничего себе. Давай, давай, рисуй. Этот шарик нужно повесить вон на тот кустик. Ты что, меня не слышишь? Немедленно сними этот шарик. Лунтик, я больше не хочу не замечать ее зазнайство. Как ты смеешь так себя вести? Мила, сколько раз просила называть меня Ваше Высочество? Ваше Высочество, может, вы снова станете Милой? Мила была нашей любимой подружкой, а стала вредной зазнайкой. Знаете что? Тогда... Сами украшайте поляну, без меня. Я больше не буду вам помогать. А мы найдем другую помощницу. Правда же, Лунтик? Подумаешь, сами они зазнайки. А я принцесса. Ух ты! Это так интересно украшать поляну! Идемте скорее! Украсили. Как хорошо, что у нас появилась новая подружка. Пойдемте, я помогу вам костюмы сделать. Кузя, Лунтик, простите меня. Я не буду больше врединой. Ну, хотите, я на карнавале буду морковкой. Мила, зачем морковкой? Если тебе нравится быть принцессой, то можешь быть принцессой. Но только на карнавале. Мила, конечно, осталась принцессой, но теперь она была добрая и совсем не вредная принцесса. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Самокат. Здорово, тут показано, как его делать. Точно, смотри, как здесь соединяется. Сначала надо соединить эти детали, а потом... Нет, сначала надо сделать руль. Правильно, а колесики в самом конце. Так, начнем. Если их соединить, получится руль. Кузя, дай, пожалуйста, гвоздик. Сейчас, вот этот подойдет. Немного правее, вот так. Ребята! Ой-ой-ой-ой-ой! А когда же мы будем строить замок? Мила, не мешай, подожди. Дайте-ка мне молоток. Может, на скакалке попрыгаем? Да, Мила, мы скоро. Сейчас самокат соберем. Теперь нужно присоединить раму. Правильно. Может, в мячик поиграем? Ага, все правильно, вот так. Не хотите со мной играть, и не надо. Держите. Бей, пчеленок. Здорово получается. Привлечь внимание. Мила, привет! Что случилось? Почему ты такая грустная? Привет, Элина! Мальчишки совсем не обращают на меня внимания. Я им разные игры предлагала, а они даже не смотрят на меня.
Не переживай, я знаю, что делать. Пойдем со мной. Ура! Скоро будем кататься! Так, закручивай, закручивай. Еще чуть-чуть, молодец. Уже похоже на самокат. Привет, ребята. Ага, Мила, привет. Что-то он не едет. Нужно сравнить с чертежом. Еще немножко нужно подкрутить. Мила, а ты чего такая нарядная? Вот теперь правильно. Давайте уже кататься. Подожди, надо же доделать. Классно получилось. Ага, как на чертеже. Здорово. Не расстраивайся, Мила. Ничего не получилось. Они все равно не обращают на меня внимания. Странно. Я поняла. Нужно сделать макияж. Тогда точно получится. Что сделать? Держи, сейчас увидишь. Вот, это точно поможет. Ай! Ну вот, покатались. Значит, мы что-то неправильно соединили. Все мы правильно сделали. Это чертеж неправильный. Кузя, нужно разобраться. Так, кажется, я понял, в чем дело. Ку-ку! Привет, ребята. Привет. Мила, ты в чем-то испачкалась. Опять клубнику ела? Ничего я не ела. Попробуй покрепче закрутить. Так, подожди, Кузя, дело не в колесе. Видишь эту ось? Вижу, ну и что? У нас такая же ось. Не совсем такая. Тут, смотри. А, Мила, это ты? Я не сразу тебя узнал. Почему ты плачешь? Что случилось? Мальчишки возятся со своим самокатом и совсем меня не замечают. А я и банты привязала, платье новое надела. Мама, макияж делала. Все делала, а они даже не смотрят в мою сторону. Мила, объясни все по порядку. С чем возятся мальчики? Они собирают самокат, но у них не получается из-за чертежа. Мила, кажется, я знаю, как привлечь их внимание. Пойдем со мной. Оп, оп. Ой-ой-ой, ай-ай-ай. Опять, говорил же вам, что ось здесь ни при чем. Это чертеж неправильный. А я знаю, как собрать ваш самокат. Вот правильный чертеж. Мне его Корней Корнеевич дал. Стой, Мила! Мила, покажи! Покажи нам, покажи свой, нам чертеж. Свой чертеж. Мила, а давай с нами делать самокат? Давайте. Так, посмотрим. Ага! Вот так Мила поняла, что иногда привлечь внимание друзей помогают общие интересы. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Принцесса Клава. Привет, Мила. Я принес тебе цветок. Какой красивый. Спасибо, пчеленок. Мне идет? Тебе нравится? Ты самая красивая девочка на свете. А как лучше, так или так? Не знаю, и так красиво. Пойдем на качели. Пойдем. Принц поцеловал жабу, и тут случилось чудо. Она превратилась в прекрасную принцессу. И правда, Кузя, посмотри, какая красавица. И какая она стала веселая. Все принцессы красавицы, потому и веселые. Да, вот это чудо. Была грустная жаба, стала веселая принцесса. А вдруг наша Клава тоже заколдованная принцесса? Оттого она и грустит.
Не поцелуешь, не узнаешь. Точно, я так и сделаю. Лунтик, ты чего? Я же пошутил. Клава, Клава, иди сюда. Не хочет. А как же мне тогда ее поцеловать? Кажется, я кое-что придумал. Клава! Клава! Помоги, пожалуйста! У меня мячик в ямку упал. Достань его! Бежим за ней! Еще одна идея. Надо найти веревку и... Не надо веревки. Я просто подойду и поцелую ее. Клава! 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 Пунтик. Клава, это тебе. Что же она не превращается? Наверное, потому, что я не принц. Наверное, это потому, что она не принцесса. Как же ее развеселить? Привет! Что это вы здесь делаете? Мы пытались превратить Клаву в принцессу, чтобы она стала веселой. И... Клава, какая ты красивая! Да! Пожалуй, самая красивая жаба в нашем пруду. Интересно, чего эта жаба Клава так веселится? Ей весело, хотя она не стала принцессой. Может, ей не обязательно быть принцессой? Она и так очень хорошая. Жаба Клава, хотя и не превратилась в принцессу, но была счастлива. А все потому, что Лунтик уделил ей немного внимания. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Здорово сегодня поиграли. Да, было очень весело. До завтра. Пока, Кузя. Звездочка. Звездочка. Звездочка, друг. Звездочка, твой друг, Клава? Звездочка, друг. Далеко. Бабуля, я сегодня видел жабу Клаву. Она сидела на холме, смотрела на небо и говорила, что звездочка ее друг. Разве звездочка может быть другом? Конечно, может. Ты что, не знаешь историю о маленьком лягушонке? Нет. Давным-давно жил на свете маленький лягушонок, и у него совсем не было друзей. И вот однажды к нему с неба спустилась звездочка и стала его другом. Они стали играть вместе, и им было очень весело вдвоем. Значит, жаба Клава тоже ждет, когда к ней спустится звездочка? Наверное. Она хоть и большая, а все равно как лягушонок. Спокойной ночи, Лунтик. Спокойной ночи. Не понимаю, как жаба Клава будет дружить со звездочкой? Клава же такая большая, а звездочка маленькая. Можно и с маленькими дружить. Ты же дружишь с букашками из старого дерева. Ну да ладно. Главное, у нас будет настоящее приключение. Thank you.
красиво. Наша Ива отсюда такая маленькая. Надо подумать, к какой звездочке лететь. Сейчас выберем. Вот к этой. Она, по-моему, ближе всех. Угу. Как холодно стало. И ветер здесь очень сильный. Посмотри на сетку. Может быть, уже поймали звездочку? Ничего! Наверное, надо еще выше подняться! Ну что? Не ловится! Интересно, где мы? Ничего не видно. Давай факел зажжем. О, звездочка близко. О. Мы уже у самой земли. А звездочку так и не достали. Что же, жаба Клава так и останется одинокой? О, звездочка, друг. Смотри, кажется, Клава приняла нас за звездочку. Я придумал. А давай мы будем дружить с Клавой вместо звездочки. Ведь неизвестно, когда еще звездочка спустится на землю. Давай! Звездочка, друг. С тех пор Клава не ждала звездочку с неба, ведь друзья, с которыми весело и радостно, уже появились в ее жизни. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Мальчик. Мальчик. Две жабы. Что-то сегодня ничего не происходит. Жаба! 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 Эй, вы! Нельзя ли поосторожней? Кажется, они встретили жабу Клаву. А, тогда понятно, чего они так несутся. Слушай, а может, и мы не пойдем в ту сторону? А то я эту жабу немножко боюсь. Смотри! Они опять убегают от жабы. Получается, что и там жаба Клава, и там жаба Клава. Разве так бывает? Не знаю. Но я бы не хотел встретиться ни с той жабой, ни с этой. Ква! Ой! Ква! Ну вот, теперь можно спокойно погулять. Жаба! Мила? Жаба! Лунтик! Там жаба! Она меня чуть не схватила! Я от страха свое ведерко там оставила! Не бойся, мы сейчас его заберем. Мальчик. Пчеленок? Ребята, там жаба! Она меня чуть не схватила! Я от страха даже ведерко свое бросил! Погоди, погоди! Где ты видел жабу? Там! Она там! Неправда! Она там! У нас теперь точно две жабы! Я знаю только одну жабу. Это Клава. Давайте пойдем и сами все узнаем. Вот! Здесь была жаба! У нее такой огромный бант! Она как квакнет! Неужели?
Неужели жаба съела гусениц? Ой! Перестаньте! Клава гусениц не ест, пчеленок. А теперь покажи, где ты видел жабу. Вот здесь она была. Вот она, жаба. Ой, и правда, незнакомая жаба. Унтик, Клава, унтик, Клава. Ой, так это Клава, только почему-то без бантика. Лунтик, бантик, лунтик, бантик. Ты потеряла бантик. Ребята, надо помочь Клаве найти бантик. Да. Бантик. Ага, пупсень-вупсень. Так это вы были второй жабой? И всех пугали. Значит, это вы взяли бантик и обидели жабу Клаву. Никого мы не обижали, а бантик мы на коряге нашли. Ага, а ботинки потеряли. Зато мы их нашли. Вот здорово. Мы нашли ботинки гусеницам, а они нашли бантик жабе Клаве. Бантик. Эй, ты! А? Ты мой ботинок надел! А ты мой! Эй, ты чего? Отдай наши ботинки! А ну отдавай! Отдай! Как весело! Сперва гусеницы играли с Клавиным бантиком, а теперь она играет с их ботинками. Теперь друзья точно знали, что у них есть только одна жаба – Клава. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Где же Мила? Я ее не вижу. Ладно, подождем еще. Почему так долго? Я проспала. Ладно, Мила, клади это сюда. Пойдемте скорее. Ах, как здорово. Мешок. Пойдемте. Какие листья жесткие! Зато мы сегодня выше всех залезли! Это точно! Ой, смотри! Наверное, притащили пыльцу. Нам пыльца не нужна. Вот когда станем бабочками... Смотри, смотри! Обратно тащат! Ну и ну, ребята, спасибо, порадовали. Пожалуйста, бабуля, у нас еще много дел. Мы пойдем. До свидания, ребятки. Ой! Ой! Какие листья жесткие! Знаете, что-то я к Шнёку не очень хочу. Лучше я мешок покараулю. Я тоже хочу покараулить мешок. Ладно. Открыто! Мешок! Опять малышня! Интересно, а что у них в мешке? Пошли посмотрим! Пошли! Это для вас! Порадовал, Лунчик, спасибо! Ой, идет, идет! Ну и ну, не ожидал! Спасибо! Мы так рады, что вам понравилось, дядя Шнюк! Мы торопимся к остальным! До свидания! До свидания! До свидания, до свидания! Я не могу больше висеть! Тише ты! Сейчас потихоньку слезем! Что вы тут затеяли? Мою паутину хотите порвать? Нет! Корней Корнеич! Не слышит, наверное! Надо звать громче! Корней Корнеич! Я оглох! Корней Корнеич, простите, мы не хотели вас оглушать. Вы больше так не кричите. У меня в ушах звенит.
Вы что-то от меня хотели? Не от вас, а для вас. Ну что за день? Второй раз падаю. О, опять малышня. Это мы принесли вам. И мешок. Ну и ну. Вот это да. Спасибо вам. Пупсин, быстро вниз. Ага. Посмотрим, что у них в мешке. До свидания, Корней Корнеич. До свидания. До свидания, ребята. Эх, хорошо придумали. Третий раз падаем. Опять малышня. Мешок. Спасибо вам. До свидания. Все, хватай, а? Стойте! Пупсень, Пупсень, хорошо, что мы вас встретили. Как раз остались только вы. Не подходите, а то затопчу ваш мешок. Да, мы его затопчем. Не топчите мешок, а откройте его. Там для вас подарок. Это что, трава? Да, вы же любите траву. Это самая лучшая трава с вашей полянки. Мы сами ее собирали. Ну и ну. Вы, это, как его, молодцы. Да, Вупсень? Да, да. Да подумаешь, что здесь такого? Мы еще больше можем насобирать травы на нашей полянке. Пойдем, Пупсень. Спасибо. Пожалуйста. Всем очень понравилось то, что придумали друзья. Даже гусеницы были рады. Они никак не ожидали такого внимания к себе.